Доброе утро. Вот так начинается утро. Все спят. Всем благословенного дня. Это у нас резиденция Кутайской епархии. Сегодня праздник в Армении, Вартхевор. Праздник воды. Это когда тебя обливают водой. А ты ничего не можешь сказать. В общем, в этот день происходит вроде бы очищение такое с помощью воды. Очень веселый праздник. Конечно, будет не очень весело, если нас здесь обольют, так как мы не дома. Но так как у нас сам с собой очень много вещей, и наш пансионат находится недалеко, мы успеем переодеться. Ну а обижаться в такой день – это грех. Я вам немножко сегодня покажу город. Пока светло. Он небольшой, особо погулять негде. Он находится вот на такой возвышенности. Здесь так много аккуратных домов, очень аккуратные, такие красивые. В общем, время года просто прелесть здесь. Сейчас здесь где-то 20-22 градуса тепла, а в Ереване сейчас за 40. Чувствуете разницу? Правда, мы все с короткими рукавами, но вечером с коротким рукавом здесь не походишь. На каждом шагу вот эти красавицы-елочки. Везде вот эти квадроциклы на прокат. Вам сниму. Кому интересно посмотреть улочки Цахкадзора.
вот эту елочку посмотрите, какая вот, вот она. Смотрите, какая красивая елка. Это совсем другая. А вот эти другие. И все вокруг, видите, как красиво. Такая красота вокруг, вот просто хочется целый вот целый день ходить с включенной камерой, но память в телефоне не резиновая. Вы слышите, как журчит ручей? Отсюда не видно, потому что очень-очень мы находимся высоко. Вот в ущелье ручей. И все неровные вот дороги все. Горы, горы. Спускаемся, поднимаемся. Спускаемся, поднимаемся. Интересно, как туда можно спуститься. Воздух свежий, свежий. Вот дышать не надышаться. Набрать бы в легкие, увезти с собой в город. Домой. Вот яблочки. Наши яблочки остались дома. Интересно, как наш дом без нас. Но это надо быть супер экстремалом. Видите, это жилой дом. Даже окошко открыто. Люди здесь живут. Ой, ну страшно, балкон прямо вот над пропастью. Очень там низко. Ну какой кайф, наверное. Прелесть. Посмотрите, какая красивая, интересная архитектура дома. Закругленная. И балкончики. Посмотрите, какой неровный уровень дома. Вот откуда он начинается. Вот. Что представить?
Видите, целый этаж выходит из вот этого вот подъема. И все это еще вот дорога вниз. Такая крутая. Смотрите, город елок. Столько елок. Я еще нигде не видела. Смотрите, как красиво. Очень зеленый, красивый город. Вот это центр города. Посмотрите, здесь что увидели? Колодец. Как давно вы видели настоящий колодец? Ну, по-моему, не работающий. Развалюха уже какая-то. В общем, город строят. Везде идут стройки. Ну, посмотрите. Везде камни. Ну вот уже игры начались. Дети водяными пистолетами обливают друг друга. День еще только начинается, так что еще все впереди. Вот это центр этого города и площадь. И здесь должны быть фонтаны, которые почему-то не работают. Ну и площадка вот для детей. Это янки-баров. Памятник Инге Барову. Вот. Так особо снимать здесь нечего. Здесь просто гулять и дышать свежим воздухом. Все. Сейчас сфоткаемся на память. И пойдем пить кофе. Вот елки, елки, елки. Елки-палки, как красиво. Посидели, отдохнули. Посмотрим, что здесь написано. Такое аккуратное место гулять. Площадка для детей опять. И на каждом шагу у нас вот такие источники с водой. Бесплатные. Ни в одном городе, ни в одной стране вот такого нету. Что можно бесплатно в такую жару выпить холодную воду. Хорошо. Yeah!
Посмотрите, как дети обливаются водой. Ну и нам досталось. Полили. Обливают проезжие машины, прохожих. Lord.